мисля в Zoom, в Facebook. Добре дошли в нашия семинар, подреден вече пети път тази година. И я много се радвам, че се събират всички наши приятели в този семинар. Това значи, че все пак интерес има към тези теми и че специалисти, които ни водят, са наистина достойни. И много благодаря Елена Владимировна Уханова, която се съгласи да ни води днеска и да сподели с нас свой опит, конкретен опит. Аз я питах да ни обясни главно методологически подход. Тема на днеския семинар е основния проблеми в изучение почерков и книжовного производства в Древней Руси, за което Елена Владимировна много е работила последни години. Так что много се радваме, че тя е с нас и веднага и давам слово, чтобы начинать сразу наш семинар и чтобы было время после первой части для дискуссии. Марк, спасибо большое. Меня слышно, да? Марк, да, слышно? Да. Ну, я вас не представил, потому что всем нам... Да, думаю, что... Конечно. Да. Нет, главное, Марка, главный микрофон слышно, да? Работает, да. Все, это главное. Потому что это был стресс. Спасибо большое, что вы пригласили меня, дорогие коллеги, дорогие друзья. Здесь очень много моих коллег и друзей. Я очень рада, и это честь для меня поделиться с вами своими соображениями, которые вот выстраданными наблюдениями в процессе моих действительно долгих очень занятий с рукописями. И, к сожалению, я, наверное, поскольку Марко просил что-то методологическое, что-то обобщающее, потому что, конечно, рассказ о том, как я атрибутировала один почерк, сравнила и поняла, что это почерк я видела во второй рукописи, я не думаю, что это особенно будет интересно в данном семинаре. Я попробовала вот обозначить проблемы и причины, которые их порождают, при анализе почерков и при анализе книжной продукции, ну, в данном случае на материале древнерусских рукописей, потому что я специализируюсь вот в этой области. Вот, к сожалению, ну, когда начать придется с того, что с повторения или, может быть, даже с обращения внимания на то, что раньше было, в общем-то, очевидным. К сожалению, выросло поколение молодых исследователей, которые, ну, практически не представляют, как работать с рукописями, и для которых палеография – это всего лишь действительно вспомогательная научная дисциплина, вот, которую очень можно быстро, как им кажется, преодолеть. Вот. То есть они даже не особенно преодолевают. Тут, и я, к сожалению, встречалась с очень многими проблемами, которые видны в работах наших специалистов. И вот хотела бы обобщить те вещи, которые, конечно, нужно обязательно помнить при анализе почерков и при атрибуции рукописи, при их датировке и локализации. Что необходимо учитывать при анализе почерка? Прежде всего, материалы письма. Я не знаю, почему и когда это началось, но почему-то надписи на камне, на штукатурке, на бересте совершенно приравнивают к надписям на церах, на пергамене, на бумаге. Разный материал письма диктует разный способ нанесения знаков. И сравнивать знаки
как это делают современные исследователи, например, на камни и датировать надписи на камнях или на штукатурке, привлекая к этому данные палеографии рукописей, мне кажется, очень некорректно. Потому что, ну, не мне вам объяснять, все специалисты, все прекрасно понимают, что это совершенно неправильный путь атрибуции. Но, к сожалению, вот у нас распространено и так, датировка и надписей, и граффити, и бересты. Почему-то берут таблицы, там, не знаю, у Щепкина, у Карского. И вот говоря, поэтому с моей точки зрения, конечно, прежде всего, если мы говорим о почерке, если мы говорим о атрибуциях почерков, то, конечно, материал письма должен быть гомогенен. Если мы сравниваем граффити, значит, мы их сравним с граффити. Если мы сравниваем рукописи, значит, мы сравним их с рукописями. Следующий пункт, который очень часто не учитывается, это статус самого памятника. Дело даже не в том, что статус заказчика богатый, это заказ или это ординарный заказ. Вообще, это зависит даже от того, чьей эта книга, или литургическая, например. Мы все прекрасно представляем почерк из сборника 1973 года. Это роскошный кодекс, написанный по заказу киевского князя. И если его сравнивать с Остромировым Евангелием, тоже роскошным кодексом, написанным по заказу киевского князя, то мы увидим огромную дистанцию в исполнении и в почерках этих рукописей. Поэтому чьи рукописи и, скажем, литургические, имеют значительную дистанцию в почерках. То же самое можно продемонстрировать на почерках Домки, известного писца Домки, написавшего Минеи 95-97 годов, и вот Милятина Евангелие, которое было, в частности, мною тоже атрибутировано этому писцу, очень долго отрицалась принадлежность Домки Милятиного Евангелия. То есть в записи Милятина Евангелия было указано, что его написал писец Домка, но долгое время отрицали, на протяжении многих десятилетий отрицали связь этого Домки с тем, что написал Минеи, потому что, ну, там были свои проблемы с историографией, поскольку... Ну и плюс ко всему, вот Столярова, предпринявшая палеографический и кодекологический анализ памятников, заметила, что здесь разное количество столбцов, разная разлиновка, еще что-то разное. Но, конечно же, конечно же, на престольной Евангелие будет отличаться от рядовой Минеи. Уже сам формат памятника диктует, что текст будет написан не в один столбец, а в два. Формат памятника диктует иную разлиновку. Конечно, он определяет, обуславливает то, что почерк будет намного крупнее, и он будет более торжественным, чем это будет в обычной Минеи. И то я здесь еще очень, очень такой аккуратный почерк в Минеи привела у Домки. В сентябрьской Минеи у него очень неустойчивый почерк. Вот, поэтому при атрибуции почерков и при попытке понять, принадлежат ли они одному писцу или нет, конечно, надо учитывать и статус самого памятника. Так же, как мы должны учитывать тип почерка, которым написан, даже не тип почерка, а... писца, характеристику писца, его профессиональных навыков.
это тоже имеет огромное значение, потому что в одно и то же время могут быть написаны настолько разные рукописи, только по графической, настолько они могут быть разными, только потому что статус писцов и уровень квалификации писцов сильно отличается. Конечно же, мы должны выделять каллиграфические почерки и их анализировать между собой. Существуют ординарные профессиональные почерки. Вот Домка, он вполне ординарный писец. С каллиграфией он знаком, в общем, если слышал, то не применял ее. Значит, каллиграфа мы отличаем от профессионального писца. Ученика мы отличаем от просто профессионального писца. И, конечно же, надо выделять бытовое письмо. Вот здесь мы видим с вами два разных почерка Домки. Один Домка вот слева от вас. В сентябрьском инее, он, хотя это и наиболее старательный вариант, вот это его ученические пробы. Ну и в октябре, в октябрьском инее тоже мы видим еще очень неустоявшийся почерк. То когда мы переходим вот к Милятину Евангелию, мы видим, что буквы, что сами графемы, они, их начертания устоявшиеся, и вариативность письма в данном случае очень небольшая, и он вполне справляется со своей задачей. Вот мы с вами видим бытовое письмо. Служебный минеи, июнь, рубеж 11-12 века. Слева мы видим вполне профессиональный почерк, тоже не скажу, что каллиграф, но вполне профессиональный писец, который достаточно аккуратно пишет свою работу. И один из листов был вставлен и дописан диакону, там внизу писал «Три песни диакон Аминь», вот нижняя строчка. Вот. Анализ орфографии говорит о том, что это бытовое письмо, что человек не обучался чтению, но не обучался письму, и поэтому часть графем он... Ну, у него упрощенная система, скажем так. Вот. И, соответственно, графика у него тоже упрощенная. Но, тем не менее, эти рукописи написаны одновременно. И вот именно, мне кажется, это достаточно хорошая иллюстрация того, что сравнивать все со всем совершенно некорректно. То есть мы каллиграфов мы сравниваем между собой, профессиональные почерки мы тоже сравниваем с профессиональными почерками, а бытовое письмо мы понимаем, что оно развивается по другим алгоритмам, и что... Если мы встречаем здесь какие-то более, скажем так, продвинутые начертания, скажем, менее аккуратные начертания, вот, например, здесь же оно, здесь написано, например, в 5 приемов, что было, будет характерно скорее для 13 века, но, ну или там, скажем, для 12-го, там, середины второй половины. Но, тем не менее, эта рукопись создана именно в тогда, когда была создана страница, находящаяся рядом с ней. И вот как раз анализ бытового письма и непрофессиональных почерков – это проблема, которая должна решаться отдельно, без опоры, ну, скажем так, без непосредственной опоры на каллиграфичные почерки. Теперь, опять-таки, очень часто встречаю в работах, где... обязан, например, филолог написать какой-нибудь абзац про палеографию, и если вот человек старательный, то он начинает сравнивать все буквы со всеми. То есть А с А, Б с Б, Г с Г. Ну, в общем, это совершенно тоже непродуктивный и путь, и он показывает о полном непрофессионализме автора, потому что, конечно, существуют сигнальные зоны, существуют определенные места, которые мы прослеживаем на протяжении, там, эволюцию которых мы прослеживаем на протяжении столетий, и, конечно, сравнивать Г
по рукописям. Ну, конечно, могут быть индивидуальные, это признак может быть индивидуальный писца, может быть, вот, например, в нашем случае вон на левом листе Г писец заваливает налево, у него наклон налево. Но это может свидетельствовать только о индивидуальных особенностях почерка и ни в коем случае не влияет на датировку памятника. Особая проблема вариативности почерка профессионального писца. То, что вот бытовое письмо, это понятно. Вот мы с вами видим одного и того же писца. Второй писец из сборника 73-го года. Классический вариант. Каллиграф. Слева просто безупречное письмо. Справа у нас оглавление. Вернее, даже не оглавление, а это, по-моему, летописец вскоре Никифора. В общем, это небольшое хронографическое произведение. Мы видим, как второй писец, это второй писец, это он по начертанию, но мы видим, насколько разными могут быть почерки, которые обслуживают разные зоны книги. Потому что у кодекса есть, с одной стороны, основной текст, причем основной текст, опять-таки, в разных типах книгах может быть подразделяться еще на свои особые элементы. Например, вот в Христианопольском апостоле у нас есть основной текст и комментарии. Комментарии тоже написаны вполне каллиграфично, но видно, что уровень и норма, писцовые нормы несколько снижаются при комментариях, обслуживающих основной текст. И есть тексты, которые находятся еще на более низкой с точки зрения статуса ступени. Это, например, какие-то дополнения, может быть, какие-то менее авторитетные тексты, обслуживающие основной. Вот в данном случае мы видим последние страницы из сборника. Не потому, что писец устал, потом он напишет очень красивую запись о создании этой книги, и он вполне будет выдерживать высокие нормы каллиграфии. Просто этот текст не является настолько авторитетным, это, видимо, какое-то добавление, которое писец не посчитал возможным написать более простым, более обычным почерком, нежели тот парадный, который он использовал в своем основном тексте. Вот здесь тоже у нас демонстрация, к сожалению, вот сбой компьютера немного повредил этот слайд, но я думаю, здесь видно. Это Кирилл Иерусалимский, синодальный 478, получение огласительной Кирилла Иерусалимского. Мы видим текст, основной текст, насколько написан каллиграфичным, рисованным, ритмичным письмом, без наклона, в общем, идеально красивый почерк. И мы видим уже конец рукописи, когда писец, видимо, для него такой почерк не свойственен, он не настолько искушен, как, например, писец из сборника, который весь второй писец, который написал подавляющую часть листов в сборнике. Вот, и к концу, скажем так, довольно скоро, он уже на третьей, на четвертой тетради начинает проявлять свой обычный, привычный почерк, не торжественный, перешел на обычный. И мы видим наклон, и в дальнейшем, на последних листах, я, к сожалению, не нашла, но поверьте, он приобретает какой-то катастрофический наклон, его почерк, при том, что писец один и тот же, и, в общем, прекрасная подготовка у него. Поэтому вот и не только проблема вариативности стиля, но и проблема также вариативности начертания букв. Я в прошлый раз, когда Анатолий Аркадьевич делал свой доклад, спросила, как он с этим справляется и есть ли у него какие-то рецепты. Потому что, конечно, профессиональный писец может писать по-разному.
Конечно, он владеет и ординарным почерком, и парадным. Он наверняка владеет еще каким-то. Я в 17 веке сталкивалась с тем, что наряду с торжественным таким литургическим искусственным полууставом в грамотах употребляется прекрасная скоропись витиеватая, и она написана одним и тем же человеком. То есть на самом деле профессиональные писцы были достаточно искушены, и поэтому, конечно, когда пишешь вот так долго таким торжественным парадным почерком, есть иногда желание как-то что-то привнести в него, как-то его разнообразить. Я вот уже приводила пример в прошлый раз почерков царских скрипторий в середине XVI века, удивительно унифицированных, где практически очень сложно найти индивидуальные особенности. И с одной стороны, это очень сложно, анализ унифицированных почерков, а с другой стороны, вот в этих унифицированных вдруг, если писец начинает проявлять некоторую вариативность, причем не во всем письме, а на отдельных страницах, это, конечно же, представляет особое затруднение при атрибуции ему. На раннем этапе тоже есть такие, по крайней мере, вот в древнерусской письменности есть унифицированные почерки. Они, например, связаны с Новгородом XIV века. Есть удивительно похожие почерки. Понятно, что они написаны разными писцами, но вот индивидуальная компонента, которая очень присуща ранним почеркам и ранней письменности, она уходит. Может быть, на самом деле и на раннем этапе были какие-то стандарты, были какие-то, я не знаю, установки, которые заставляли писцов создавать очень похожие листы в рукописях. Но ранний период, к сожалению, очень плохо дошел. К сожалению, там, я не знаю, десятки или сотни 1% от всего раннего наследия дошло, и поэтому делать какие-то выводы на основании раннего материала очень сложно. А вот уже в XIV веке и именно от Новгорода остается достаточно большое количество рукописей, их там, по крайней мере, несколько десятков, и мы видим о существовании стандартизированных таких каллиграфичных почерков, с которыми тоже очень трудно работать. И вот Анатолий Аркадьевич сказал, что он каждый раз по-своему, каждый раз исходя из контекста решает эту проблему. Наверное, да, наверное, пока. Я не знаю, наверное, латинская палеография как-то это, наверное, решает, потому что там стандартизация почерков произошла намного раньше, и огромный объем материала написан очень схожими почерками. Но вот это огромная проблема для палеографа и для атрибуции рукописей. Вот. И, конечно, к сожалению, у нас случаются, опять-таки, я не могу понять, почему, я встречаю такие работы, в которых исследователь, например, говорит, о, этот почерк похож примерно на почерк Римского Евангелия и датирует его там в третьей четвертью XI века. Ну, это нереально. Во-первых, римская, ну, если мы хотим давать точную датировку, опора должна быть на точно датированные памятники. Любой памятник, датированный логическим образом, при помощи систем доказательств, но не имеющих, там, не знаю, песцовую запись, там, не знаю, или водяного знака, который нам позволит его привязать к более-менее точно какой-то дате. Конечно, вот такая система доказательств не может быть определяющей, потому что и Римское Евангелие датируется по-разному. Да? Вот я, например, придерживаюсь того, что оно скорее конца XII века. И попытка датировать точно, там, я не знаю, с четвертью века до третьего века при отсутствии каких-то точных указаний, в частности, песцовых записей или водяных знаков, совершенно неправомерна. К сожалению, для раннего этапа и пергаменного, и для болгарских и сербских рукописей это тоже справедливо.
сохранил, ну, практически нет реперных точек, практически так мало точно датированных памятников, которые нам могут позволить представить развитие письма, и при этом даже те памятники, которые имеют точную дату, мы не можем точно сказать, являются ли они отражением общей тенденции в это время, или это архаизированный почерк, или это, наоборот, почерк с новациями. Каждый раз, когда мы имеем дело только с одним образцом от достаточно большого периода, конечно, это должно вызывать вопросы и осторожность при датировке других памятников при помощи этого образца. Вот, к сожалению, все эти пункты, которые я перечислила, наверное, раньше они были известны нашим предшественникам, и, в общем, я никогда не видела такой деградации палеографической мысли, как происходит сейчас. Вот сейчас мы просто скатываемся в неопозитивизм. Сейчас исследователи, к сожалению, не владеют даже дефинициями. И для того, чтобы как-то описать почерк, который совершенно непонятно, для чего им нужен, вот, они просто составляют таблицу и говорят, вот посмотрите, такая-то таблица. А если они сравнивают почерки, они выискивают одинаковые буквы у каждого писца и вот вставляют их в таблицу и говорят, вот видите, вот одно и то же. При том, что, конечно же, надо учитывать средневзвешенный показатель, надо учитывать основную тенденцию, которую писец проявляет, а не какие-то отдельные начертания, которые могут быть случайными, это может быть описка, это может быть все что угодно. И вот эти вот таблицы, которые приводят меня вообще в ужас, потому что это 19 век, от которого мы давно отказались, и опять мы к нему приходим. И, конечно, у нас, не знаю, как у вас, я, но у нас это все, вероятно, пошло после таблиц Залесняка при берестяных грамотах. Я очень уважаю Андрея Анатольевича, его достижения в области лингвистики, литературоведения, но невозможно. У него, согласно его таблицам, в любом столетии, в любом четверти столетии, третье столетие можно найти одинаковые начертания. При том, что на самом деле вот ему надо было при составлении этих таблиц, уж скоро ему так хочется, надо было вообще разделить почерки профессиональные от непрофессиональных, от бытовых, хотя бы так. Там смешано все, что есть. Все типы письма, все проблемы, которые вот я сейчас перечислила, они все смешаны, представлены в таблицах. И теперь современные исследователи говорят, ой, а мы такое начертание нашли в таблицах Залесняка. И здорово. И все. И теперь у нас это не просто, вот, например, 11-12 век, а это будет там третьей четвертью 11-го. При этом датируются камни. И как вот они камни датируют при помощи берестяных грамот, я просто себе... У меня в уме не укладывается. Вот, к сожалению, вот такие проблемы существуют, и, конечно, их надо учитывать. И что касается новых каких-то наблюдений, новых предложений, которые вот мною выстроены за длительный период общения с рукописями и анализа почерков, конечно, нужно переходить на ту систему, которая господствует в греческой палеографии. Она, конечно, и в латинской господствует, но вот греческая как-то ближе. И поскольку византийские источники были основными для славянских книг, и поскольку я долго училась у Бориса Ивановича Функича, известного палеографа в области, известного специалиста в области византийской палеографии, ну, конечно, выделение дуктов в греческом письме совершенно оправдано и очень помогает нам при буквально моментальной датировке, в широкой датировке, не скажу узкой, широкой датировке того или иного памятника. Стиль письма, стилистический анализ письма, мне кажется, упускается и упускался раньше, и мне кажется, необходимо каким-то образом вырабатывать эту систему, потому что дукт письма, вот, например, на греческой почве существует на протяжении там, от 70 до 120
лет, например, да, там тоже Перл Шрифт, Минускул Булите, там Чикаго-Хархиксарская группа почерков. Все эти почерки существуют относительный период времени, и они характеризуются достаточно яркими стилистическими особенностями. И как бы писец там не писал, какие бы элементы в буквах он не писал, тем не менее он укладывается вот в ту систему дуктов, которая сложилась и которая эволюционировала в греческом письме. И полагаю, что если... И, конечно же, вот, например, даже если мы это не называем таким дуктом, да, то мы смотрим на новгородские рукописи, мы видим... вернее, мы смотрим на рукописи, если она новгородская рукопись XIV века, мы видим, это Новгород, потому что стиль письма совершенно ни на что не похож. Или если мы видим почерки, я все про русские рукописи говорю, если видим почерки, скажем, там, XV века, особенно первой половины, мы понимаем, что это этот период, потому что это второе южнославянское влияние, это новые почерки, которые до этого не существовали. Но если мы видим там, я не знаю, парадные почерки середины XVI века, этот стиль письма, который был выработан для парадных кремлевских кодексов, они тоже не их тоже мало с чем спутаешь, и поэтому атрибуция предварительная происходит очень быстро. Конечно, потом начинаешь смотреть, если это бумага, то водяные знаки, если это пергамент, то начинаешь искать аналогии. Но, тем не менее, все-таки вот это вот стилистическое деление, мне кажется, очень продуктивно. И анализ стиля почерка, мне кажется, должен идти прежде, чем мы начинаем анализировать какие-то конкретные начертания. Так, и, к сожалению, вот если мы сейчас говорили о палеографии, то о локализации рукописей, что тоже очень важно, с локализацией рукописей еще больше проблем. По крайней мере, на древнерусской территории, возможно, на территории Балкан, это достаточно просто. Но вот здесь, к сожалению, локальные особенности не были выявлены в палеографических исследованиях. Возможно, их не существует. Возможно, именно вот эти дукты почерков были универсальными, распространялись на всей территории Руси. Этот вопрос еще нуждается в своем ответе. Вот, поэтому, но, к сожалению, вот такая вот ранний период, дошедший до нас в единицах памятниках, к сожалению, он представляет историю письма в Древней Руси очень дискретной. Памятники друг от друга отделены, и связать их совершенно, ну, очень сложно, особенно если и почерки отличаются. И в данном случае вот я хотела сказать, что... Что у нас там дальше? Ага. А и в данном случае я попробовала пойти другим путем, такой инновационный метод. У нас мы уже 4 года сотрудничаем с Институтом космических исследований РАН. И специалисты математики и физики, они очень увлечены изучением рукописи, видимо, им надоело запускать свои ракеты и просчитывать свои траектории, и они вот с удовольствием занимаются рукописями и миниатюрами. Ну, вот я уже делала доклады про палимпсесты, про визуализацию единственного прижизненного портрета Ивана Грозного, еще про что-то. Ну, вот у нас такой проект по увидеть невидимое, так называемое. И вот в рамках этого проекта мы еще работаем над таким методом, как анализ изотопного состава пергамена. Пергамен является органикой, пергамен – это белок, и поэтому он, в принципе, может быть проанализирован так же, как анализируются, например, археологические артефакты. Вот нами была впервые предпринята попытка привлечь объективные данные фракционирования стабильных изотопов углерода и азота к локализации пергаменных средневековых кодексов.
Изотопная метка углерода характеризует определенный регион, отличающийся по своим климатическим условиям, влажностью, температурой для фотосинтеза растений. То есть фотосинтез растений в разных регионах идет по-разному. В засушливых и солнечных он один, в влажных и более холодных он другой. И для России это хорошо, потому что, скажем так, это хорошо позволяет нам, например, разделять Киевский и Новгородский рукопись. Ну, грубо говоря, юг и север мы можем отличить. Соотношение стабильных изотопов другого или легкого элемента азота характеризует систему питания животного перед смертью, в частности, отражает количество животного белка в его рационе. Ну, вот после анализа первых результатов соотношение стабильных изотопов азота мы решили, он не очень был релевантен, он, в общем, ничего нам особенно не показывал. В общем, было все равно, был молочный теленок или теленок уже перешел на подножный корм. В общем, для определения региона это никак на это не влияло. Но вместо этого вот мы предложили использовать для локализации пергамена показатель соотношения изотопов стронция, который благодаря достаточно широкой распространенности и относительно большой подвижности этого элемента давно считается очень удобной географической меткой и используется в исследовании геологических пород, палеоклиматических изменений, системы питания и миграции древних людей, найденных при археологических раскопках. Стронций в разной концентрации, содержащейся в почве и горных породах, оседает в тканях и изоморфно замещая кальций. Считается, что соотношение изотопов стронция уникально для каждой местности и связано с его геологической историей. Надо сказать, что сам по себе пергамен, конечно, стронция не содержит, поскольку кальция кожа не содержит, но кальций – это неотъемлемый элемент при обработке пергамена, поскольку пергамен выбеливался и при его изготовлении обильно применялся мел. И мел, который втирался в поры пергамена, он, в общем, очень хорошо, его можно выделить при помощи аппаратных исследований, и можно определить не сколько, скажем так, не сколько происхождение этого теленка, сколько происхождение мела. А поскольку меловые отложения были в разных местах и использовались в каждой местности своей собственной, то, конечно, вот для какого-то определенного региона, наверное, соотношения стронция будут разные. Ну вот у нас было экспериментальное исследование, мы проанализировали там 30 рукописей. Вот, ну я не буду в это долго вдаваться, потому что это все, во-первых, сложно, во-вторых, требует отдельного времени, но тем не менее хочу сказать, что удивительно, но показатель стронция, например, у Мстислава Евангелия и сборника 73-го года был идентичным. То есть можно сказать, что мел, который использовался при обработке пергамена этих двух рукописей, был из одного карьера, из одной местности. Мы давно уже говорим, вот я говорю о том, что Мстислава Евангелия, при том, что она предназначалась для Новгорода, ну, конечно же, было создано в Киеве, потому что там были столицы, так же, как и в Константинополе была та же самая ситуация. Все роскошные ее рукописи заказывались в столице. Поэтому, ну вот, кто-то верил, кто-то не верил, но вот теперь у меня есть радостно могу сообщить, что вот есть соотношение изотопов, которые полностью идентичны. То же самое большим удивлением было, например, что вот Архангельское Евангелие, которое считается ростовским, оно содержит стронций, который совпадает скорее с более южными регионами, чем с Средней и Северной Русью. Что, возможно, оно не ростовское, а южное. Но, опять-таки, это надо для того, чтобы это утверждать окончательно, нужно провести еще достаточно много исследований и понять все-таки закономерности, потому что материал очень специфический, его никто никогда до меня таким образом не обрабатывал. Вот. И, например, в Новгороде можно сказать, что пергамен XI-XII века сильно отличается от пергамена второй половины XIV века и по изотопному составу углерода и стронция. И вероятнее можно предположить, что на протяжении, скажем, XI-XII, первой половины XIII века пергамен был привозной с каких-то более южных территорий. Ну, а после
татарского нашествия и после разрушения стабильных связей с югом в Новгороде стали изготавливать собственный пергамент или завозить его из Ганзы. В общем, это вопрос, который тоже требует длительных исследований, но новгородцы либо нашли другие источники, более северные, для своего пищевого материала, либо сами его изготавливали, поскольку кожевенное производство в Новгороде было развито очень-очень хорошо. Время у нас заканчивается, поэтому я думаю, что я не буду, скажем так, если подытожить какие-то общие вещи, то вот при атрибуции рукописи, при атрибуции почерков, при анализе его и при его описании очень важно учитывать прежде всего пропорции в широком смысле этого слова. Не только соотношение ширины и высоты, но и ширины букв и ширины межбуквенных расстояний. Этот показатель иногда бывает решающим, потому что начертание, в принципе, достаточно долго держится в традиционных почерках, но уплотнение письма свидетельствует о том, что, скорее всего, эта рукопись более поздняя, чем та, которая написана с более широким межбуквенным расстоянием и пропорциями букв. Как я уже говорила, бесполезен анализ всех букв алфавита. Конечно, есть определенные зоны, определенные элементы, которые анализируются при датировке. И здесь, конечно, основные выделенные, скажем, в учебнике Вячеслава Николаевича Щепкина. Я думаю, что и в работах дальних последователей, современных палеографов, грамотных и нормальных палеографов, все эти зоны известны и анализируются именно почерк по ним. Конечно, очень важно, как оказалось, анализировать знаки препинания и диакритики, потому что вот у меня было два почти одинаковых писца, они меня сводили с ума, потому что, учитывая вариативность в почерке каждого из них, написание и в одном, и в другом почерке могли сделать оба писца. То есть даже если бы я предположила, что эти рукописи написал один писец, он вполне мог это сделать. То есть вариативность почерка, к сожалению, очень усложняет анализ. И вот была единственная разница, которая совершенно была определенной и очевидной. Один писец любил вставить точку посреди строчки, в середине, а другой внизу. И вот они никогда не изменяли себе. Вот эта вот приверженность к совершенно определенному знаку препинания, наверное, они делали автоматически и совершенно не анализировали эти вещи. Но вот мне помогло все-таки разделить работу этих писцов и в одной рукописи, и найти их почерки в разных. Так что, а в основном, конечно, как говорил Анатолий Аркадьевич, это меня насмотренность – это огромный багаж палеографа, и, конечно, без насмотренности, без опыта длительной работы с почерками, конечно, вот так вот взять и на ходу лихо кавалерийской атакой на капитал отождествить какие-то почерки или отдатировать с точностью до четверти века, совершенно нереально. А вот сейчас мне хочется перейти от... Это буквально еще чуть-чуть времени займет. Мне хочется перейти от традиционных методов анализа почерка к тому, что, в принципе, нам еще может предстоять. Опять-таки, вот работая с специалистами, физиками, математиками из Института космических исследований, мы занялись такой проблемой, как искусственный интеллект, как нейронные сети в анализе, в частности, во-первых, прежде всего, в восстановлении миниатюр, потом мы уже перешли к восстановлению почерков и к реконструкции почерков. Здесь вот картинка, надо сказать, вот видите, дата внизу, 2018 год, то есть это направление началось совсем недавно, эта публикация.
кстати, одного, это русский исследователь, уехавший в Америку, его сделал. Слева мы видим сознательно испорченную картинку, где изображение, в общем-то, достаточно легко просчитывается, по крайней мере, машиной, да. Вот. И справа мы видим то, что как компьютер ее восстановил. Если нет каких-то особых сложных сюжетов и завихрений на картинке, то компьютер, в принципе, может относительно объективно, по крайней мере, объективнее, чем человек, восполнить утраты в оригинале. Поэтому вот мы тренировались, сейчас вот мы работаем очень пристально с Хлудовской псалтерью. Хочу вам показать в правом верхнем углу, это оригинал, не обработанный никак, а на переднем плане слева сознательно испорченный фрагмент миниатюры, на компьютере, естественно, испорченный. Вот, при этом наш математик старался испортить в разных местах, и в сложных, и в несложных. Вот, и справа это результат восстановления при помощи нейронных сетей. И мы видим, что, в общем, результат не вызывает у нас протеста, и что, конечно, наверное, здесь тоже есть какое-то допущение, но оно, в общем, вполне просчитываемое, и если учесть, что компьютер, в общем, вполне гораздо более чувствителен и более точен, в частности, в этой области, то, в общем, такая реконструкция, мне кажется, очень приветствуется. Вот то же самое мы сделали на древней русской рукописи на изборнике. В центре подлинник, в центре оригинал. Нет, пардон, слева оригинал, первый это оригинал, совершенно ничем не испорченный, естественно. Вот, фрагмент фотографии. Справа, самая правая фотография, это то, как обильно попортил этот несчастную картинку наш математик. И в центре это результат восстановления машиной этой картинки. Да, конечно, тут, если мы сравним центральную машину результат и левую, оригинал, да, тут вот лапка немножко у птицы так расплывается. Но в общем и целом, мне кажется, что результат очень хороший. Вот. У нас такая задача попытаться реконструировать утраченные миниатюры и утраченные памятники. Вот. Но я это показала не для того, чтобы развлечь вас, а вот в той же Хлудовской псалтыри был таким же образом испорчен текст рукописи. Вот сверху хочу сказать вам оригинал, оригинальный шрифт, который был взят из фотографии рукописи. Справа это то, как над ним надругался наш математик. Он стер, 50%, наверное, объема рукописи стер. И снизу мы видим восстановление этого почерка. Мы видим, что прекрасно сохранилось, восстановилось альфа, тхета, в общем, лямбда. Практически все буквы узнаваемы. Вот к вопросу, мы это, конечно, прежде всего хотим использовать на палимпсесте, потому что вот глаголический палимпсест, который мы восстанавливаем на древнейшей минее, Хлудовский палимпсест, Хлудов 117, вот, часть строк, то, что между строк мы старались прочесть и почти прочли, а вот то, что под черными строками, потому что сверху, к сожалению, сажевые чернила, писец второй слой писал сажевыми чернилами, очень плотными и малопроницаемыми даже для инфракрасного ультрафиолетовых лучей, и видны только отдельные там бублики от этой несчастной глаголицы. Вот, и мы можем попробовать вот таким образом то, что мы не можем восстановить наверняка, попробовать предложить машине, может быть, она нам дорисует. Вот. Ну и потом, наверное, в дальнейшем это можно, может быть, применяться и на разных других памятниках. Ну вот пока у нас такие планы. Спасибо большое. Все, Марк, я закончила. Да-да, большое спасибо.
Лена, мне кажется, что это было, конечно, очень интересно. И открываю сейчас, у нас есть, ну, по крайней мере, полчаса дискуссии. Так что, может быть, вы закроете презентацию или с подаления экрана. Ну, хорошо. Так, и, да. Есть вопросы или комментарии, или... У меня был вопрос. Я его отправила к Елене Ухановой в письменной форме. Просто... У меня не было, к сожалению, времени прочесть. Ну, скажи. Это. Ну, хорошо. Значит, мой вопрос состоит в том, только один. У меня есть много вопросов. Я с первого хочу поздравить Елену с этим докладом. И вот мой совершенно конкретный вопрос, как она различает дукт и стиль. Потому что мне несколько раз показалось, что они немножко употребляются как синонимы. Может быть, я ошиблась. Ой, секунду. Прошу прощения. Сейчас. Опять у меня что-то... Ага, все. Да, спасибо, Елизавета, за вопрос. Вы знаете, не знаю, как у вас, но у нас этот вопрос вообще не разработан. Да, я знаю, что стиль у нас... У нас тоже не разработан. Конечно, стиль у нас применяется при совершенно разных случаях, по поводу и без. Вот. Но вот я говорю о стилистическом анализе и выделении дуктов. Вот, наверное, так. Просто дукт – это совершенно конкретный... Ну, я думаю, что вы не хуже меня знаете византийскую палеографию, вы видели византийские рукописи, и вы представляете, что такое pell shift или там минускул булете. Я думаю, что вот дефиниции можно потом отточить и выработать, но тем не менее, вот просто я хочу обратить внимание, что в большинстве палеографических исследований, как прошлого, так и настоящего, отсутствует такой стилистический анализ, анализ почерка и выделение дуктов. Можно собраться и разделить, где мы будем говорить стиль, где мы говорим дукт, потому что дукт у нас не используется вовсе, а стиль у нас используется во всех случаях. Спасибо. Кто хочет, может просто принимать слово и говорить. Спасибо большое, Елена Владимировна. Можно, ну, во-первых, сначала позвольте выразить благодарность и восторг. Это, конечно, ваши слова, бальзам на израненную душу палеографа. Это действительно так. И при всем моем глубочайшем уважении к Андрею Анатольевичу и проделанной им работе с берестяными грамотами, конечно, палеографические таблицы – составленные и использующиеся сейчас, да, не только для берестяных грамот, нуждаются в дальнейшей аналитической обработке. Причем совершенно вот справедливо ваше суждение о разделении бытовых и небытовых почерков, да, если сконцентрировались мы в описании на описании бытовых графико-орфографических систем и книжных графико-орфографических систем, это вовсе не значит, что почерк будет совпадать, и граница между почерком бытовым и небытовым будет проходить ровно там же, где она проходит между графико-орфографическими системами. Есть тексты, выполненные в бытовой графико-орфографической системе, но книжным почерком, и наоборот, соответственно. То есть, если это, конечно, тесно связано вот с той проблемой, которая у нас вообще мало изучена, потому что у нас мало источников прямых об образовании, да, если мы говорим про первую ступень обучения грамоте,
и, соответственно, в процессе этого обучения усваиваются бытовые графико-орфографические системы, и, как правило, да, вот то, что вы упоминали в самом начале, человек способен воспроизводить письменный текст, научившись читать, то следующая ступень, да, обучение профессиональному книжному письму накладывает уже совершенно другой отпечаток на особенности почерков, да, и это и унификация в отношении тех почерков, которые в одной книгописной мастерской, соответственно, потом, да, мы видим результат применения этого обучения. И, конечно, графико-орфографические системы, но при этом никто не отменяет возможности для того же самого человека использовать и бытовую графико-орфографическую систему и выполнять какие-то тексты бытовым почерком. И вот этот вопрос, который вы озвучиваете смело, и низкий вам за это поклон, по поводу пристального внимания к типу текста. Да? Одним почерком один и тот же человек выполняет литургические тексты, другим почерком он выполняет чети тексты и так далее. И, конечно, еще отдельное спасибо за то, что вы обращаете внимание на возможность датировки недатированных рукописей, только основываясь на эксплицитно датированных источниках. Конечно, несколько более аккуратно я бы отнеслась к проведению строгой границы, вернее, не так, строгая граница, она, конечно, есть, но в выстраивании такой вот суровой стены между эпиграфикой и палеографией, потому что понятно, что человек учился писать на, скажем, там, на мягком материале, на бересте, да, предположим, или на воске, потом профессиональное обучение на пергамене. Но этот же человек мог, конечно, воспроизвести и граффити, он мог написать что-то на камне, но прежде чем объединять разные типы источников на разные типы по вещевеческому подходу, да, прежде чем объединять их в почерковическом порыве, конечно, нужно четко разработать и описать особенности каждого из вариантов источников. Поэтому здесь ваше, полностью поддерживаю вот такой ваш подход. И, конечно, помощь в атрибуции почерков, особенно унифицированных, там уже более поздних почерков, да, 14-го, 15-го и позже веков, на основании, прежде всего, не основных графем, да, не буквенных начертаний, а графем вспомогательных, то есть диакритических знаков, интерпунктационных знаков и так далее. То есть это, с одной стороны, графико-орфографическая система, которая усваивается писцом действительно, скорее всего, раз и навсегда, и помогает очень какие-то вот индивидуальные такие особенности вычленить. Спасибо вам огромное, преогромное. Будем трудиться с учетом ваших достижений. Спасибо. Спасибо вам за теплые слова. Можно я отвечу по поводу того, что, конечно, писец учился. Вначале у него проходил бытовую систему письма, потом, возможно, он осваивал какие-то, ну, он, если он профессиональный писец, он осваивал профессиональные навыки. И, конечно, этот же писец мог написать и граффити, мог и высечь что-нибудь на камне. Но вы понимаете, что вот высекая на камне, он никогда не воспроизведет те же, ту же графику, что на пергамене. Ну, вот просто по определению. Ну, это невозможно, потому что там другой материал и другой способ нанесения знаков. И поэтому, ну, на самом деле, меня это, конечно, так это возбудило и, вот, честно говоря, возмутило. Это вот история с Веймерийским крестом, который Савва Михеев решил сделать очередное. Да, ну, тут вот он, в общем, он был буквально вдохновителем моего сегодняшнего доклада, потому что все ляпы, которые я рассказывала, находятся в его статьях, когда он пытается заниматься палеографией. Вот, просто, ну, камень, понимаете, он вообще никак не датирован, да, и невозможно провести датировку камня, который был создан, я не знаю, в каком геологическом периоде. И писец, даже если он профессиональный, он нанес туда какие-то насечки, он нанес это долотом, а не пером, и не по пергамену, а по этому очень твердому материалу. Как он его нанес? Это вообще невозможно просчитать.
и говорить о том, что вот он находит точно такое же начертание в Римском Евангелии или там еще где-то, это вообще просто за гранью добра и зла. Вот, поэтому нет, мне кажется, что все-таки даже при том, что писец мог писать граффити, да, профессиональный писец, все-таки я считаю, что характер начертаний и вид этих букв, он все равно будет отличаться. Хотя, конечно, штукатурка – это лучше, чем камень, а цера лучше, чем штукатурка. Вот, так что вот такое небольшое замечание. Спасибо большое. Да, безусловно. Да, но, скажем, предположим, надписи, выполненные вязью, да, шитые надписи, надписи, выполненные вязью на могильных плитах, конечно, сейчас про более поздний период говорим, да, про 16-17 век, безусловно, будут отличаться характером начертаний, направлением движения самого предмета, да, которым эта надпись наносилась. Не делать скидку на особенности материала и на особенности изготовления надписи невозможно. Но в любом случае будут определенные тенденции, но выявить мы их не можем сейчас, да, вот это точечное сопоставление одного изолированного начертания с другим изолированным начертанием, они, конечно, могут завести нас в тупик или, наоборот, обольстить преждевременным сенсационным выводом. Да, да. Здесь нужно систематическое, конечно, изучение отдельных надписей, отдельных видов, да, там на камне, на штукатурке, шитых надписей. И только в результате сопоставления, причем эволюционного сопоставления, мы сможем, скажем, подтвердить предположение там еще Щепкина и Шляпкина о том, что в эпиграфике некоторые тенденции запаздывают по сравнению с рукописными тенденциями, ну или опровергнуть, да, вот такие предположения. Причем это не только эволюционно-хронологически должно быть систематизировано, но и, наверное, регионально тоже по ареалам. Это большая работа такого вот глобального масштаба. Но о чем мы говорим, о какой глобальной работе, если у нас пока еще нет единства терминологического? И тут вы совершенно правы, действительно, у нас вот такой кадровый голод в нашей узкой отрасли. Да. К сожалению. Да, да. Да, коллеги, спасибо вам еще раз огромное, Елена Владимировна, интереснейший доклад. Я тоже хотела бы сказать несколько слов. Можно? Да, конечно. У меня куча вопросов. Во-первых, я благодарю вас за тебе. Тебя я все время забываю, что мы уже на «ты», благодарю за то, что все эти вопросы заставляют нас еще раз думать и думать. И каждый раз, когда кто-нибудь делится своим опытом, мы как-то немножко коррегируем и свой взгляд и ищем еще выходы из тупиков, которые, к сожалению, все время вокруг нас. И поэтому у меня такой вопрос, потому что я думаю, что он стоит перед всеми, которые теперь занимаются рукописями, и в особенности описание рукописей. Как вы считаете, можно ли по микрофильмам и по картинкам определить одинаковые или схожие, определить дефинитивно одинаковые или схожие по черкам? Ой, Клементина, конечно, я понимаю, это проблема любого исследователя, потому что если одна рукопись лежит на одном конце земли, другая на другом, то можно работать, возможно, работать только по картинкам. Мне кажется, что если
картинка достаточно хорошего качества, конечно, мы не можем по картинке определить кодекологические особенности, мы не можем говорить там о скриптории, мы не можем говорить о разлиновке, там, ну, вот обо всем, что на самом деле дает нам очень многое к вопросу о происхождении, бытовании кодекса. Но мне кажется, по картинке в общем и целом хорошего качества, а желательно по нескольким одного и того же почерка, по крайней мере, мне удавалось это сделать, и мне кажется, что это возможно. Я не расслышала. Я хотела бы сказать несколько слов. Можно? Если Елена ничего, кончила. Я потом продолжу говорить. Добрый, Светлина. Елена кончила? Уже? Или нет? Пока? Нет, я не кончила, но это не имеет значения. Давай. Извини, пожалуйста, можешь заканчивать. После тебя я буду сказать. Нет, потом, может быть, давай. Во-первых, я хотела поддержать нашу коллегу в этом утверждении, что просто очень сомнительно сравнение между почерками на камнях, на там разных других материалов и почерки на рукописях. Это, конечно, совершенно ясно, по-моему. Хотя, как она сказала, есть в последнее время попытки сравнивать разные виды таблиц, которые сделаны на основе изучения рукописей с почерками, которые находятся на камне и которые находятся там, это берестяные грамоты и разные другие материалы. Совершенно естественно, что материал влияет на то, как именно будут делаться эти написания, очертания букв. Совсем ясно. И я с ней совершенно согласна в этом пункте. Потому что мы очень хорошо видим, что это иногда приводит к неправильному датированию этих надписей. У нас, конечно, есть достаточно, по-моему, разные такие отдельные написания, скажем, в этих скрипториях около Преслава, в Равне и так далее. Конечно, если мы смотрим, так сказать, на стиль, может быть, он и не совсем различается в одной и той же эпохе, однако все-таки камень оказывает влияние на то, как именно это пишется, потому что на камне, например, у нас есть такие надписи, их делают, конечно, не профессиональные и никакие не писцы, а просто эти мастера, которые это там выдавливают, эти буквы. Это совершенно разные вещи. И, во-вторых, у меня один вопрос к Елене Ухановой, поскольку она затронула эти новые способы для реконструкции, скажем, текста, который уже как-то поврежден в течение времени, и используются очень интересные, по-моему, методы, и эта работа довольно интересная. Я довольно много времени тому назад, может быть, 10 лет тому назад, увидела одну статью о использовании каких-то подобных, может быть, методов для датирования бумаги в нескольких французских рукописях средневековых, и исследователи утверждали, что они знают, из какого региона именно происходили деревья
которые использовались для производства бумаги, для какой-то рукописи. Конечно, это был филологический журнал, и там не было никаких описаний конкретной технологии. Здесь она нам дала представление, например, о том, что они используют содержание стронция для того, чтобы определить, в каком регионе появилась какая-то нибудь там рукопись. У меня вот какой вопрос возник сразу. А не может ли такое содержание стронция возникнуть и в другой регион? Примерно. И второй вопрос, и это очень важно, и я всегда очень интересовалась результатами этой работы насчет этого палимпсеста в Хлудовской 117. На каком этапе находится эта работа, и уже появились, может быть, я не знаю, появились ли такие научные публикации насчет этой работы, чтобы мы могли поближе познакомиться с ним. Спасибо. Светлина, спасибо за вопросы. Ну, что касается первого. Если говорить об исследовании, о французских статьях по поводу происхождения деревьев для бумаги, то мне кажется, что бумага европейская делалась из тряпья. Это тряпичная бумага. Поэтому там, в общем-то, целлюлоза использовалась совсем другого свойства. Это лен, хлопок, не знаю, но явно не бумага. У нас не было, в Европе не было бумаги, произведенной непосредственно не из тряпья. Не знаю почему, потому что, например, в Китае его делали непосредственно из хлопка. Мои вопросы и попытки узнать у ведущих специалистов, именно материаловедов, почему именно так, они сказали, не знаем, вот так вот, тряпье. Поэтому не знаю, как деревья относятся к бумаге, это вот на совести остается французских исследователей. Что касается изотопного состава, я хочу сказать, что я уже сказала, что сам пергамен стронций не содержит, потому что пергамен – это коллаген, а стронций он входит в состав таких частей животных, например, как кости, зубы. То есть это совсем другого рода материал. Но стронций входит в состав мела. То есть мел, собственно, стронций составляет значительную часть мела. И в данном случае он характеризует, а поскольку пергамен при изготовлении выбеливали, и все эти поры закрывались мелом, то я не видела ни одного образца пергамена, где бы мела не было, и где бы мы не находили стронций. Он находится на поверхности, в порах, но он отражает то производство пергамена, которое было в Средневековье. И вообще стронций считается очень точной, относительно, но в общем географической меткой, которая характерна для каждого региона, потому что все вот эти вот, в частности, меловые отложения, они образовывались многие там, я не знаю, сотни тысяч лет назад, в каждом регионе они свои, и поэтому в общем и целом, насколько мне известно по другим работам, стронций является достаточно хорошим маркером. Мы вот только в начале пути, я ничего не могу сказать, но вот все геологи, палеонтологи, археологи и вот все другие работы, там, криминалисты, которые я читала, вот пишут о стронции как об очень удачном таком, об определении изотопного состава, изотопного соотношения, мы соотношение изотопов там смотрим, как о хорошем очень таком локализирующем признаке. Конечно, локализировать он будет... Я знаю, что даже археологи собирают улитки, которые далеко за свою жизнь очень далеко не отползают. И в ракушке каждой улитки содержится свой стронций. И вот они, значит, там вот что-то на эту тему, какой стронций характеризует ту или иную территорию, они составляют базу данных. И вот они таким образом... То есть, я так понимаю, что в науке принято, что стронций хороший показатель. Да, рукописи, конечно, могут иметь разные стронций. Но это значит, что... Вернее, одинаковые
показатель стронция. Но это значит, что мел, использованный для обработки пергамена, брался из одного карьера или из одного мелового отложения где-то, ну, я не знаю, до какой степени это точно, то есть до какой широты должен быть регион. Но, тем не менее, я полагаю, что в любом случае совпадение до пятой цифры после запятой показателя соотношению изотопов стронция, например, у Мстиславова и у Изборника, для меня совершенно хороший показатель. Я его принимаю, и у меня и раньше-то не было сомнений, но сейчас у меня совсем нет сомнений по поводу их происхождения и места их производства. Так, по поводу... Светлина, простите, еще... Вы еще задавали вопрос по поводу... Какие публикации о палимпсесте? Публикация о ваших работах в связи с палимпсестом. Понятно. Какие публикации у вас научные? Публикации, к сожалению, вот у нас был некоторый перерыв в работе с моими физиками и математиками, там в силу разных объективных причин, мы лишь недавно возобновили наше общение, поэтому работы на некоторое время затормозились, и я уже подготовила почти вторую публикацию, но пока я ее еще не сделала. Сейчас мы вот увлеклись Хлудовской псалтырью. Вот. Вы знаете, вот публикация в студии Славистичи, по-моему, я не помню какой год, недавно, 19-й, 18-й. Вот. Там большая статья с первыми данными, с картинками, с описанием методов. И вот. Еще я делала доклад на семинаре у Анны Марии Татамановой. Там было гораздо больше материала. Но вот, к сожалению, тот сборник, в который я должна была это отдать, публикация не состоялась в силу разных причин. Ну, надеюсь, что... Там проблема в полимсесте в чем? Конечно, очень хочется понять полный состав. Там всего 8 листов. И хочется понять полный состав, а лист 7 и 8, то есть первые два листа, там тетрадь начинается полимсестная с листа номер 7, она очень загрязнена. Она такого чудовищного коричневого цвета, что вообще до того, как мы начали работать, было распространено мнение, что это вообще два просто куска пергамена, на которых вообще ничего нет. Нам удалось прочесть что-то. И, к сожалению, те слова, которые я там прочла, я не нахожу в том репертуариуме минейных текстов гимнографических, который опубликован. Я вот и к Марии Спасовой обращалась, и как-то сама, естественно, искала. Вот, и смотрела издание, которое профессор Рота опубликовывал. Так что там проблема с атрибуциями первых двух листов, и мы, в общем, очень хотим все-таки их добить, все-таки прочесть и хотя бы определить, что это. Поскольку полимсест содержит очень много оригинальных славянских текстов, и известных, и вот кое-какие даже неизвестные славянские тексты, поэтому атрибуция может быть довольно затрудненной. Но вот мы стараемся, вот как только что-нибудь будет, я буду иметь вас в виду, пришлю вам свою статью. Спасибо, спасибо вам большое. Есть, да, Марина Семенова. Ну, во-первых, Елена Владимировна, очень интересный доклад, спасибо, очень много интересного, нового у вас прозвучало здесь, интересно было услышать об инновационных методах. И горячо поддерживаю, конечно, вот то, что нужно, анализируя почерки, опираться на знаки препинания диакритики. Для меня это, вот, собственно говоря, решающим как бы, таким вот фактором всегда является при определении количества песцов. У меня вот какой вопрос еще возник. Скажите, пожалуйста, а вот когда вы определяете, простите за дилетантский вопрос, я не физик, не химик, ну вот такой вопрос. У нас же изменился климат, изменилась экология, да? А вы определяете там вот количество, ну вот состав мела этого, да? Можно ли, опираясь на современные какие-то вот данные о содержании мела, относить это к древности? Потому что тогда была другая совершенно, другой климат, другая экология. А какая точка отсчета вот этих вот самых показателей? И может ли это быть действительно таким вот, ну, на
надежным способом определения. Спасибо, я поняла ваш вопрос. Дело в том, что стронций – это мел – это горная порода. Она формировалась не сегодня, не вчера, и, как я уже говорила, многие сотни тысяч лет назад. Поэтому это та структура Земли, которая сложилась в данном регионе. И она не может изменяться в зависимости от экологии, там, я не знаю, от количества дождей, еще от чего-то. То есть в данном случае стронций действительно хорошая географическая метка. Не так все линейно с углеродом. Потому что, как я уже сказала, углерод откуда появляется? Разные соотношения изотопов углерода происходят из-за того, что растения в засушливых зонах и во влажных по-разному у них идет процесс фотосинтеза. И вот это вот разное соотношение изотопов углерода, оно передается животному, в частности, теленку, из которого состоит наша рукопись. Вот. И он, соответственно, характеризует, в общем, тоже должен характеризовать регион, только достаточно широко он его должен характеризовать. Конечно, за время Средневековья, мы знаем, было и там, малое оледенение, и потепление, и еще что-то, и, конечно, климат менялся. Но, знаете, я читала климатические работы в данном случае именно в связи с углеродом, не стронцием. Вот. И, тем не менее, вот изменения в том регионе, в котором мы проводим исследования, то есть вот это от Новгорода до Киева, в общем, они не... Наверное, он может немного меняться, но он не катастрофически меняется, и в любом случае рукопись одного и того... То есть, скажем так, он может... Ну, он примерно уровня технической погрешности. Он не такая большая разница. То есть я считала, там 50 или 100 лишних миллилитров в год – это, ну, не так много для растения и для соотношения углерода соотношения изотопов стронция, углерода, как можно было бы представить. Вот. Ну и потом, если мы сравниваем рукописи одного периода, да, то в любом случае эти процессы происходили везде одинаково. И, скажем, поправка на ветер, вот этот коэффициент, там, скажем, более влажного климата или более сухого, он должен происходить во всех регионах, которые мы изучаем. Поэтому, вы знаете, нет, вот пока на том этапе, который вот мы сейчас находимся, и мы проанализировали где-то около 30 рукописей пергаменных, пока вот какие-то корреляции другие происходят, и это нам пока не мешает. Наверное, может быть, когда будет больше объем, наверное, будут какие-то другие данные. Но опять-таки я говорю, стронций, еще сейчас мы хотим, слава богу, они починили и закупили аппараты для анализа водорода и кислорода, более легкие элементы тоже. Очень хорошие показатели. Эти приборы просто очень редкие. Вот сейчас они должны уже практически смонтированы. Так что я думаю, что мы попробуем еще брать этот показатель и посмотреть вообще соотношение всех показателей изотопов, как, для какого региона, какие показатели, какое сочетание показателей характерно. Ну и, наверное, тогда мы уже будем более надежные выводы делать. Спасибо. Можно я вопрос дам? Во-первых, очень интересно было, конечно, благодарность и все. Мне интересно, но ты сказала, что ты говорила о чертах. Как можно разделить черты времени, черты школы и черты индивидуального куписца? Ну, просто потому что, вот, например, стиль. Стиль, конечно, это индивидуальный стиль, нали? Ну, дуктус. Но как он учил, где он учил? Ну, ты говорила о Новгороде. Да? Есть какие-то черты общие в данном времени. И, конечно, есть черты времени. Как можно разделить их, чтобы определить разные уровни? Марк, вопрос
сложный и времязатратный. Прежде всего, я говорила не о дуктусе писца. Вот у него выработался такой стиль, и вот он им пишет. Я говорю о типологии почерков. То есть, что мы с тобой должны устав или полуустав, так же, как унциал и минускул, разделить на какие-то типы общие. Вот типология почерков должна быть выработана. И если мы знаем, что вот, я не знаю, перл шрифт употреблялся в такой группе рукописей, а потом там, я не знаю, употреблялся другой тип минускула, уже это нам будет показывать, уже как бы наши колебания вокруг вопроса датировки будут происходить именно в этом регионе, потому что этот тип почерка существует только определенное время, и это можно его назвать модой, можно назвать как угодно. Я говорю, вот дефиниции можно потом обсуждать. Просто вот я вижу, что это делается без проблем на византийской палеографии, у них нет таких непроходимых проблем с этим. Просто вот, или я, например, занималась унциалом, и я вижу, что там, скажем, маюскулу оживали, это совершенно определенный тип почерка, который характеризует, там, я не знаю, чуть больше столетия. Чуть больше. И поэтому мы спокойно с ним работаем. Я его вижу. Вот второй полемсест, который мы прочли, у нас еще есть греческий полемсест. Я вижу, что это как раз оживальный тип минускула, маюскула, да, унциал, да, и что, в общем, у меня это 9 век. Вот мы сейчас нашли новый лекционарий, два листа, это 9 век. Там непонятно, что с диакритикой, поэтому непонятно, первая половина 9 века или вторая, потому что все-таки мы... Конечно, волшебники, но не до такой степени. То есть диакритика не всегда видна, особенно если она скрыта под верхним текстом. Но, тем не менее, вот, я говорю не о личном, не о личном стиле письма, какой он выработался у писца, и мы теперь думаем, в какой школе он учился. Мы говорим о том, что характеризует эпоху. Вот что характеризует, скажем, скрипторием там, Константинополя или Москвы, или, там, я не знаю, Софии, там, Преслава, вот, в такое-то время. Если мы понимаем, что вот там господствовал, доминировал такой вот тип, вот такая мода изображать вот эти буквы, мы тогда быстрее их разделим на группы, и уже внутри группы мы будем уже их сравнивать и не пытаться, в общем, привлекать какие-то другие уже ненужные материалы. Вот. Ну, а время там, это уже как бы эволюция почерков, это там уже это отдельная проблема. Спасибо. Есть другие комментарии? Мне кажется, Клементина не договорила. Мне кажется, Клементина хотела что-то сказать и не до конца сказала. Нет, я просто хотела продолжить вопрос уже снова, имея в виду твой опыт. Именно в этом направлении. Значит, мне случалось иметь в виду одного копииста. Но когда он копировал рукопись, одну рукопись, где один почерк, один тип почерка, у него сам почерк начинал меняться. А когда копировал другую, тоже менялся. Сначала я думала, что это просто два ученика одной школы. А потом там оказалось, что это один. Это категорически Толя сказал, что это один, и нашел там. Это тоже изменение, которое, мне кажется, должно всегда быть в уме исследователя, потому что мы не знаем и не можем знать, какой был там извод нашего копииста. У тебя это случалось так смотреть таким образом, что либо пишет на привык писать на пергаменты, а находишь его же почерк на бумаге.
То же самое. Имеется уже определенная разница в начертании букв. Поэтому мне кажется очень-очень хорошим и важным твое именно предположение. Смотреть весь лист, весь лист или весь разворот книги, и первое впечатление всегда потом оказывается правильным. Потом смотришь, вот большой юз такой, а потом такой, но смотришь весь лист и видишь, это действительно один тип почерка. И вот это мне очень кажется, что ты на верном пути, и не только ты. По-видимому, где-то у нас в уме складывается какой-то маленький компьютер, который имеет возможность отличить почерк. Не знаю, случалось ли, то есть имеешь ли ты такой опыт в этом отношении? Клементина, конечно, как все мы, кто работает с рукописями, я как раз и говорила о том, что, к сожалению, писцы вариативные, особенно профессиональные писцы. Это бытовой почерк, он пишет и пишет как может, у него проблемы, поэтому ему лишь бы написать. А писец, особенно профессиональный, а уж особенно каллиграф, он может такие нюансы выдать, что, конечно, иногда, в общем, отчаиваешься, думаешь, он не он, как... Конечно, Клементина... Но где-то в глубине как-то звонок звенит. Нет, это он все-таки. Не знаю. Но самое главное, я думаю, всегда иметь в виду, что очень удобное словечко есть. Вероятно. Возможно. И так далее. И слава Богу, на этом строится наш маленький мир. Ты знаешь, Клементина, вероятно, это хорошо употреблять в статье. А когда ты сидишь с рукописью, работаешь, то тебе совершенно не нужно это вероятно. Ты хочешь знать точно, потому что он тебя измучил. И ты уже все-таки хочешь понять, он это или не он. Конечно, ты напишешь говори, вероятно, мне. Чтобы тебя потом никто не понял. Я очень хочу знать правду, но дело в том, что... Ой, а что такое правда в рукописях, мне еще неизвестно. Спасибо тебе огромное. Но действительно, ты права в этом отношении. Мне всегда разница, маленькая разница в начертании букв может быть решающим признаком, чтобы сказать, нет, это не он, или нет, это он. Ты совершенно права. Ну, хорошо. Мне кажется, что уже время прошло, и нам надо закончить. Жалко, конечно. И это, конечно, вот вы видели, интересные доклады, очень интересные и интересная дискуссия. Так что я благодарю всех, которые участвовали на нашем семинаре сегодня. Следующий семинар будет 17 июня того же времени. Наш гость будет Денис Олегович Цыпкин. Он все-таки тоже исследует. У него есть какие-то гипотезы, которые нам интересно слышать и с которыми интересно, мне кажется, поговорить. Так что жду вас через месяц в 17 июня в 17:30 болгарское и русское время.
Еще раз огромное спасибо Елене Владимировне Уханова для участия и для такой теплой и интересной и глубокой доклад. Спасибо, Марк, и тебе за то, что ты позвал, и за то, что ты вообще организовал этот чудесный семинар. Очень интересный, я с удовольствием слушаю другие доклады, так что постараюсь и в следующем месяце прибыть. Мне кажется, интересно просто встречаться специалисты из разных... Вот, например, чтобы определить терминологию, чтобы определить методику, чтобы нам надо... как-то поговорить и сравнивать разных наших подходов. Так что большое-большое спасибо и всем хорошего вечера. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое.